Во Всемирный день ребенка в Мурманской областной детской клинической больнице танцевальная студия впервые провела мастер-класс по хип-хопу. В детской областной больнице, чтобы отвлечь детей от порой непростого лечения, часто происходит что-то интересное. К ним в гости приходят волонтеры и неравнодушные люди, которые устраивают праздники. То мастер-класс по мыловарению организуют, то по рисованию со смолой. А вот Всемирный день ребенка здесь решили отметить танцевальным уроком. Я думаю, что ребятам будет интересно немножко отвлечься от больничных будней, поучаствовать в такой активности, посмотреть, какие есть современные стили танцевальные, погрузиться немножко. Возможно, в будущем они пойдут в танцевальные школы. Детям показали базовые движения в современном стиле хип-хоп. За полчаса они даже выучили небольшой танец. Активность точно повысила настроение участникам, чего зачастую не хватает в стенах медучреждений. С разных отделений, то есть у нас сегодня такая общая групповая будет тренировка. Немножечко разделили на возрастные категории, то есть это будет в первой части дошкольники, а дальше уже ребята постарше. Опасности никакой при проведении таких мероприятий у нас сейчас нет, потому что детки с инфекционными заболеваниями лежат в другом корпусе. Если ребенок может ходить на все процедуры, значит, он может и участвовать во всех праздниках. К слову, недавно коллектив MTI Dance School покорил Москву на конкурсе «Гордость страны». Девчонки стали лауреатами первой, второй и третьей степеней. Но и это не все. Исполнители завершили свою поездку выступлением в Кремле и завоевали гран-при в номинации «Современный танец». А ведь пациенты больницы наверняка не догадываются, что к ним приходили такие звезды.